Друзья, всем привет! Это краткий обзор, вы не поверите, на лопаты. На лопаты, которые сделаны для людей. И на кирку. Вот, три лопаты. Значит, справа налево буду объяснять, рассказывать вам. Первая лопата — это совковая снеговая лопата Fiskars. Вот, с пластмассовой ручкой, деревянным черенком, пластиковым ковшом, на котором есть алюминиевый скребок. Лопата, прекрасная лопата. Черенок сделан из какого-то интересного дерева, то есть легкая и очень прочная. Вот, эргономичная лопата, очень удобная для уборки снега. Легкая, вот, и самое интересное, прочная, то есть она не трескается, не ломается, ничего с ней не происходит. Прекрасная лопата. Вот удивительно, почему у нас долгое время в стране такие лопаты не изготавливались. Вот, придуманы какие-то они убогие. Вот. Получаются. А вот эти вот симпатичные, ими приятно работать. Значит, вторая лопата справа налево, тоже совковая лопата, тоже Fiskars с металлическим черенком, пластиковой рукояткой удобной. Вот, и приваренным, прекрасно приваренным ковшом металлическим, который просто рубит, режет все, любой лед, любую землю, все что, ну просто вообще прекрасно. И сама лопата тоже интересно так сделана, эргономически она подходит любому как бы человеку, работающему этой лопатой. Вот. И третья лопата — это совковая лопата с тоже металлический черенок, тоже Fiskars, пластиковая ручка эргономичная и удлиненный ковш, штыковая лопата, да, третья. Значит, приваренная тоже, штык приварен, прекрасно приварен, качественно к черенку. И тоже она и по длине, и по эргономике тоже очень прекрасно удобная. То есть если сравнивать с обыкновенными лопатами, это вообще, ну, дичь. Те лопаты дичные, которые обычные. Вот. Почему для нас вообще, почему не делали такие лопаты изначально? А вот финны взяли и сделали. И третий предмет — это кирка. Кирка тоже, значит, файберглазовая, или как она там, суперпрочная рукоятка. Вот. И прекрасный на ней вот этот вот сам штык. Вот. Прочно закрепленный. По ходу дела на горячую, или как он, и запаян, и заклинен. То есть нормально, не вылетит никогда. И рукоятка, наверное, не сломается. То есть уже нагрузки испытывала эта кирка. Вот. Вот так вот. Вот такие вот три лопаты и кирка. Интересно. Вот. Приятно такими работать. Вот. И стоит абсолютно недорого. Рекомендую к покупке. По 614 рублей, от 614 рублей до 750 купил просто в магазине того. Не жалейте, не жадничайте для себя. Приобретя такое, вы просто будете сами рады. Это не реклама, это просто, ну, совет такой вот, тем более, как бы, я в описании своих видео подсказываю, что, ну, говорю, что это
канал для того, чтобы люди знали. Просто многие не знают или сомневаются в том, что нужно оно или не нужно. Очень даже нужно. Прекрасно. Вот. Сейчас вот поближе даже подойду. Вот. Вот он, алюминиевый скребок. Лопаты. Вот. Такой вот прекрасный черенок. Вот. Ну, у следующей лопаты, то есть изогнутый черенок и рукоятка. Единственный недостаток в совковой железной лопате — это железный черенок зимой очень холодный, без перчаток, без варежек долго не проработаете. Также и со штыковой. А и по весу, то есть они тяжелее, конечно же, чем те лопаты, которые с деревянным черенком. Но это в то же время и плюс, потому что когда работаете вот такой утяжеленной лопатой, то она проще врезается и в землю, и в снег, и в лед. Вот. А из-за своей эргономики она как бы не сильно, она как бы в процессе работы кажется тяжелой. Вот так вот. Вот все. Спасибо за внимание. Это, не удивляйтесь, это обзор лопат. Самое прикольное. Лопаты. Обыкновенные лопаты. Всем спасибо за внимание. Вот. Смотрите следующие видео. Спасибо большое. Если возникнет желание, конечно же, подписывайтесь. Буду очень рад. У меня и так мало подписчиков. Вот. Так что давайте. Всем пока.